страданный, с тобой одни на целом свете. Светлой ночью без огня и горят, горят для нас одни красоты. Лишь потому, что я люблю и так отчаянно люблю, что без тебя я не могу прожить и дня. Верю, что я люблю тебя, и вижу я твои глаза, читаю в них, что любишь ты меня. Ну, Волк, погоди.
Мечты. Лучший мой подарочек – это ты. А ну-ка, давай-ка, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Заяц.
погоди. Начинаем утреннюю зарядку. Для тех, кто нас смотрит вечером, поставьте ноги на ширину плеч. Начинай! Вряник, малый голубок. Цица! Я тебя хочу поздравить. Ну и спаси! Выход 1-1 с вратарем, опасное положение. Нужно бить удар! Гол! Погоди!
Кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, из высоты вам привет. Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Гостиничный бизнес по-русски. Послали постель, помолились Богу,
разулись, разделись и спать залегли. И таким способом добиралась до Москвы героиня романа Евгения Онегина. Фейс-контроль для Льва Толстого. Швейцар Василий ему говорит: нет, дядя, здесь только для господ. Люкс-апартаменты для Ленина. Владимиру Ильичу пришлось провести несколько недель в Национале. Мест нет для советского командировочного. Вложил пятерку или трояк, и все получилось. И ночлег эконом-класса на все времена. Как и сегодня, меблированные комнаты использовались для встречи на час. Эволюция отечественной индустрии гостеприимства. Приют путешественника. Со 2 января. Праздничная афиша на телеканале «Культура». В эти новогодние дни на сценах многих театров мира идет, пожалуй, самый популярный балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Мировая премьера «Щелкунчика» в хореографии Льва Иванова состоялась в Мариинском театре в декабре 1892 года. Либретто написал Мариус Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Но уже 90 лет, с 1934 года, театр неизменно показывает версию Василия Вайнонена, которая стала образцом петербургской классики и разошлась по всему миру. Первыми исполнителями в спектакле Вайнонена стали Галина Уланова и Константин Сергеев. Михайловский театр представляет «Щелкунчика» в постановке «Нача Дуата», премьера которой состоялась 10 лет назад, в 2013 году. Хореограф обратился к классическому либретто Мариуса Петипа, но перенес действие в эпоху Серебряного века и создал омаж городу, поразившему его своим величием. А в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского Алексей Мирошниченко поставил «Щелкунчика», в котором действие перенесено в Петербург 1892 года, год рождения этого балета. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко на смену прежней классической постановки год назад пришел спектакль Юрия Посохова, погружающий зрителей в фантасмагорический мир сказки Гофмана. В Большом театре «Щелкунчик» появился в 1919-м. Тогда спектакль поставил Александр Горский, а сценографию и костюмы создал Константин Коровин. Но уже почти 60 лет театр показывает легендарную версию Юрия Григоровича, сценографии Симона Версаладзе, а в спектакле участвует все новое и новое поколение танцовщиков Большого. «Щелкунчик» в постановке Григоровича и Версаладзе теперь можно увидеть и в Новосибирском театре оперы и балета, где совсем недавно состоялась премьера спектакля. Парижская национальная опера в этом сезоне возобновила спектакль, поставленный Рудольфом Нуреевым в 1985 году. Легендарный танцовщик, сам исполнявший в этом балете партию принца, несколько раз ставил «Щелкунчика» на сценах разных театров, а в парижской версии особенно подчеркнул мистическую тему сказки Гофмана.